друзья, к нам пришел из Китая светильник от производителя, новый аналог Ари Sky Panel. Свет RGB, сейчас у нас включен режим спектра, то есть он показывает разные цвета. Давайте посмотрим немного. Можно настраивать абсолютно разные эффекты, разные цвета. Мы можем включить какой-то цвет и его уже регулировать. Желтый. Давайте еще какой-нибудь попробуем. Соответственно, чтобы один цвет включить, нужно убавить другой цвет. Вот у нас красный регулируется к розовому, пурпурному. Также можно включать разные эффекты. Например, полицейская машина эффект. Тоже цвета регулируются. Синий, синий плюс красный. Белый плюс синий, или все вместе. Смотрим, какие еще. Клубный цвет. Тоже можно регулировать, сколько цветов будет. 18 цветов, 9 цветов. Настройки очень разные. Давайте какой-нибудь еще включим. Видимо, просто плавный переход. Огонь, облака. Просто, видимо, задается один цвет. Огонь, переход от теплого к холодному. Тоже можно указывать три цвета. Вентиляторы и прочее. Да, кнопки включения и отключения вентилятора есть. Можно задавать температуру 5500, 3200, 4400. Такие через кнопку есть настройки цвета. Ну, mount, два штуки. Так, давайте вот включим сейчас без эффектов. Просто 5500 у нас температура. Все хорошо освещает. Есть питание от двух V-mount, есть разъемы под, так, это питание 26 вольт, DMX, in-out, и также есть управление с пульта. Поэтому приходите, тестируйте свет, оборудование очень качественное и очень похоже на свет Ари, с которым вы, возможно, работали через прокат.